А вот история не менее странная. Человек попадает в клетку к хищнику, говорит какие-то магические слова, но против всеобщего ожидания съедает прямо до костей. Или вот еще о том, как двое выпали из самолета без парашюта, и несмотря на все ожидания, разбились насмерть, хотя многие оправданно ожидали их спасения. Или еще, как некто заболел неизлечимой болезнью, решил не ходить к ненужным врачам, а лечился сам, а также к всеобщему удивлению достаточно быстро скончался. Еще про то, как один, веря внутреннему голосу, который должен вывести его из любой ситуации, пошел в город и так, несмотря на всеобщие ожидания, и не вернулся. Или вот как, несмотря на понятные ожидания, человек с отрубленными ногами так и скончался, не дождавшись протезов, на которых он должен был научиться танцевать. Весьма неприятная и странная история. Или человек, попавший в самое пекло битвы, не совсем ожидаемо для всех, погибает там самым обычным способом, а не возвращается целым и невредимым, как это обычно и случается. А вот совсем история невероятная. На человека одевают петлю, из-под него вышибают табурет, и он бездыханно повисает в петле, а ничего тяной, что и стоит, что было бы ожидать в этой ситуации. А вот еще. Человек образуется костер, пламя вскидывается вверх, все с беспокойством, но с интересом ожидает, как и каким образом он пытается избежать магических атак. Думаю! Придумал!
воде, за ним переплетаясь плавы. Это thank you.
был погублен врагами советской власти. Сейчас мы вам представим все это в лицах. Вот темным лесом он крадется с отрядом чоновцев из центра, чтоб показать им, где скрывается отец с мешком огромным хлеба. Это с грустью видит небо, а также видят кулаки, себе сжимая кулаки. Вот на Павлика бедного, на бедного и невинного бросается, на бедного, маленького, маленького, худенького, с глазками, бедненького, маленького, маленького, с глазками, бедненького, маленького, маленького, с глазками, бедненького, маленького, маленького, с глазками, широко раскрытыми, бедненького, маленького, с глазками, широко раскрытыми, словно кричащими: «Боже, почто!» Они тихо, глупенькие, а Павлик: «Ой, я не глупенький, я все понимаю, не бейте, не бейте меня, вот ноги я вам обнимаю, о спасении моля». И тихо, а Павлик: за что меня бедного, бедного и невинного, бедного, невинного, маленького, маленького, бедного, невинного, маленького, мертвенького, мертвенького, бледненького, бедненького, с глазками закрытыми, за что меня тихонького, бедненького, мертвенького, за что меня бедненького, трупика, за что меня, за что трупика, меня бедненького, маленького, бледненького, бедненького, за что меня? Они вижу трупик. Павлик: «Подойдите ко мне, мне страшно, страшно». А Павлик: «Подойдите, не бойтесь, они страшно». Павлик: «Страшный, белый, 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 страшный, страшный, белый, с кровинкой на шее, черными, и страшный, страшный, черный, висящий, летящий, летящий, висящий, страшный, черный, страшный, страшный, черный, летящий, мертвый». Павлик: «Да нет, нет, я не такой совсем, нет, страшный». Павлик: «Тихо, глупенький, а вы не глупенький, мы все понимаем». Но они грубые. Они враги, понять им это не дано. Они бегут, но все равно они враги. Но все равно они враги, и все равно и враги. И враги, и все равно и враги. И перед лицом его все равно, перед лицом его все, буквально все равно перед лицом его. И это равно перед лицом его, и это равно перед лицом его. Но сам он не равен перед лицом. Не равен он, не равен, не равен, не равен он перед лицом. Не равен, не равен, нет, 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 не равен, не равен он перед лицом. Нет, 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 не равен, не равен, не равен. Нет, 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 не равен, не равен, не равен он перед лицом. Не равен, 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 не равен. Не равен, не равен, не равен он перед лицом. Не равен он перед лицом. Не равен, не равен он перед лицом его. Не равен, нет, нет, не равен он перед лицом. Нет, не равен. Не равен он перед лицом его. Нет, нет, не равен, не равен он перед лицом его, не равен, нет, не равен перед лицом его, нет, не равен. В золоте купаются богачи, американцы, цари, арабы, иудеи, скарабеи, золотодобытчики, злодеи, фантазеры. Кто в золоте купается, тот прямо и называется в золоте купающимся. Кто купается в серебре? В серебре купаются пустынники, люди лунного света, воры, мистики, тибетцы, ночные люди, кошки, серны, каппадокийцы и внутрь рожденные.
Кто в серебре купается, то часто называется зрящий отраженным светом. Кто купается в воде? В воде купаются рыбы, моряки, девы, неврастенники, греки, крысы, убийцы, дети с болезнью Дауна, русалки, невидь всякая и государственные деятели. Кто в воде купается, тот просто называется купающийся. Следующий, естественно, следует вопрос, а кто в говне купается? В говне купаются практически все. Но особенно ассенизаторы, учителя, артисты, проктологи, сочинители, честные политики, сердобольные женщины и кавалеристы. Кто в говне купается, естественно, называется, ну, по-разному называется. Кто в лучах купается? В лучах купаются герои в лучах славы, сволочи в лучах жадности, ребеночки в лучах любви, невесты в лучах овладевания отдавания, мизантропы в своих тяжелых лучах и в лучах общей жизни, кочегары, слесаря, молочники, актеры, медсестры, ученики. Кто в лучах купается, тот неизбежно называется подставляющим тело под поток. Кто купается или копается в себе? В себе купаются или копаются больные, здоровые, полубольные, потерпевшие поражение, русские, склонные к русской литературе, Ницше, Достоевский, школьницы, ФЗУшники и сихасты, и человек, вздумавший сделать сам себе операцию аппендицита. Кто в себе копается, тот и называется самокопателем. Кто ни в чем не копается и не купается? Ни в чем не копаются тяжелоатлеты, древние германцы, монахи, купцы второй гильдии, бомжи, футболисты, чапаевцы и прочие современники. Кто ни в чем не купается, тот, естественно, никак и не называется. Слова, но против всеобщего ожидания съедаем прямо на костей. Купаются апофатики, индусов. Или вот еще о том, как двое выпали из самолета без парашюта. И несмотря на все ожидания, разбились насмерть. Хотя многие оправданно ожидали их спасения. Или еще, как некто, заболев неисцелимой болезнью, решил не ходить к ненужным врачам, а лечился сам. Однако же, к всеобщему удивлению, достаточно быстро скончался. Еще про то, как один, веря внутреннему голосу, который должен вывести его из любой ситуации, пошел в город, и так, несмотря на всеобщие ожидания, и не вернулся. Или вот как, несмотря на понятные ожидания, человек с отрубленными ногами так и скончался, не дождавшись протезов, на которых он должен был научиться танцевать. Весьма неприятная и странная история. Или человек, попавший в самое пекло битвы, не совсем ожидаемо для всех погибает там самым обычным способом, а не возвращается целым и невредимым, как это обычно и случается. А вот совсем история невероятная. Но человек одевает петлю, из-под него вышивает табурет, но он бездыханно повисает в петле, а ничего не думает, что стоит было бы ожидать в этой ситуации. Yeah.
недавно ты не тамошних особенностей восприятия за пределы. Живые кормления провинциальных мусиков в виду погляда и тамошних особенностей восприятия. Жидкое кормление на пути в дома с провинциальных мусиков в виду погляда и тамошних жидкое кормление западками, дитями Дикого Запада и дивизентами с черного немецкого.